Дом, как водится, это не только стены, защищающие от холода или зноя. Это место, где царит любовь и забота. И без сомнений, один из самых счастливых моментов, когда, утратив, ты заново его обретаешь. Так большая семья Засеевых, вынужденно покинувшая родной волоконовский хутор Старый, где введен режим ЧС, за чашкой чая с теплотой вспоминает, как впервые за долгое время вступили за порог уже своего нового собственного жилья. Нам отдали документы, мы купили торт, а мы были с малышней. Мы приехали посидеть, ну, конечно, нового стола у нас не было ничего, стульев тоже не было. Ну так. На подоконнике посидели. Да, эти 90 квадратов тогда были еще совсем не обжиты. Мебель, что называется, зависла в череде переездов. Хутор Засеевы покидали наспех. Первым делом Сергей с Натальей вывезли детей. Потом то, что смогли из большого хозяйства. Занятия всей жизни. Дом новый, дом красивый, теплый. Хочется сюда хорошую мебель. Мы уже присматриваем. Вот это вот новый стол, у нас новые стулья. Это просто наша мебель предыдущая еще одного переезда не переживет. А было их столько, что близких разбросало по всему региону. Старший сын остался работать в Волоконовском районе, средний уехал на учебу в Чернянку. А Наталья с Сергеем поначалу временно перебрались в Карачанское село Заячье. И на долгое время лишились тех самых согревающих семейных вечеров, когда все за одним столом. Но как бы ни расходились пути, их семье суждено быть вместе, говорит хозяйка. По соседству с домом в Белгородском районе, который Засеевым предложили на выбор первым, по счастливой случайности живет их старшая дочь. Сейчас она помогает родителям осваиваться. Здесь бирюзовая роща. С транспортом я тоже знаю, маршрутки здесь ходят довольно часто. Сюда, правда, пореже в этот край заезжают, а так часто ездят. Вот. В школу детей собирают, школа пока что в Пушкарном. И 33-я школа в Стрелецкой. Это про которую я знаю. Садик из Стрелецкой, а тоже в Пушкарном. Наталья с улыбкой показывает просторное жилище. Уже распределили все комнаты. Она нам сразу понравилась. Мы, как только первый день пришли в этот дом, мы пустили котенка. И он первым делом в эту комнату. Это наша с Сережей комната. Дальше уже выбор за ребятами. Саше понравилась вот комната, а Сава с Олежкой эту комнату. А Наташе весь дом. На придомовую территорию тоже грандиозный план. На заднем дворе весной появится сад. Я думаю, на черешню, на яблоню. Любим виноград. Обязательно сделаем беседку. Возле беседки посадим виноград. И как наши друзья занимаются розами, они сказали, мы вам дадим сколько хотите. Сажайте, чтобы была красота. А еще у Засеевых есть яблоня, которая сродни талисману. Она переезжала с ними из родного хутора. Теперь семья планирует обязательно посадить ее и здесь, на своем новом уютном участке. Уже навсегда. Богдан Ресланов, Александр Поддубный. Такой день на Мире Белогорья.